Нет, я молодая, все, я в принципе молодой парень врачу. Он только на это. Всю жизнь работал на это, я говорю. Все, что он вам принес кое-что из передачи. Хлеб сама масло, масло, или девушки на масло. Добрый день. Владимир Анатольевич, можно? Приказом от 14 января 97 года, приказом Комитета здравоохранения в Москве, в стационарах Москвы введена эпидемическая ситуация. Сейчас я вам дам 600.